Саратовец отправился пешком в Москву. Саратовский путешественник Владимир Пономарев ушел в поход. За 23 дня он планирует на своих двоих добраться до столицы. Свой очередной поход Пономарев посвятил Параду Победы, который должен состояться 24 июня. С собой путешественник взял плакаты с лозунгами о Великой Отечественной войне. Это не первый поход Пономарева в честь Дня Победы. Он почти всю Европу прошел. В Германии был даже такой курьезный случай, когда я там зашел налить бензина. Ну, поскольку подходящей канистры не было, то я обрезал бутылку 2-литровую. А у них же сначала заливаешь, потом платишь. Ну, я думаю, сейчас потихонечку залью, расплачусь, уйду. И только я вставил тот пистолет. А специальную майку я еще надел 9 мая, значит, День нашей Победы. Ну, и бежит ко мне заправщик, глаза огромнейшие, капут-капут. Я думаю, молодцы немцы, разную дату, знаешь, помнят. Ну, я ему, Ротфронт товарищ, значит, Гитлер капут, а у него глаза по пятаку. Какой Гитлер? Сейчас заправки мои капут будет. С собой на тележке Пономарев везет чемодан с вещами и продуктами весом 50 килограммов. Не забыл путешественник и о средствах гигиены и медицинской маске. Сам парад – не главная цель Владимира. К тому же он не уверен, что на него его пустят. Главное – дойти до Москвы. Возвращаться домой Владимир Пономарев будет уже не своим ходом. Говорит, купит билеты на поезд или автобус до Саратова.